3 мая 2014 года были организованы другие незаконные публичные мероприятия, связанные с протестными акциями в поддержку Джемилева, выразившиеся в перекрытии лицами крымско-татарской национальности, представляющими интересы Меджлиса и крымско-татарского народа автодорог, населенных пунктов в районе Белогорском, 95-й километр автотрассы Бахчисарай-Сыромушская, Красногвардейского района, города Судака, села Строгановки, на автотрассе Алушта-Ялта, а также в Ленинском, Советском и других районах Республики Крым. Незаконные публичные мероприятия от имени Меджлиса крымско-татарского народа на территории Республики Крым продолжаются. На основании изложенного руководства и статьи 7 Федерального закона о противодействии экстремистской деятельности от 25 июля 2002 года номер 114 предупреждаю Чубарова Рифата Абдурахмановича, председателя Меджлиса крымско-татарского народа, о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. Требую незамедлительно прекратить экстремистскую деятельность. Разъясняю, что если указанные в предупреждении нарушения федерального законодательства не будут устранены, то в установленном федеральным законом о противодействии экстремистской деятельности 25 июля 2002 года номер 114 ФЗ в порядке Меджлис крымско-татарского народа будет ликвидирован, и его деятельность на территории Российской Федерации запрещена. Предупреждение может быть обжаловано в суд.